Привет, дорогие друзья, и сегодня покажу, как взломать Пентагон. Это очень просто. Для начала надо открыть консоль программы и повторяем за мной. Главное, чтобы вы повторили все именно так. Текст у нас получается. Так. Это очень просто. Мы даже можем вот так вот на экран сделать. Это очень просто. Его очень быстро десятать. Опа. Текст, давайте не на все. Хотя вот это вот окно вот сюда вот поставим. Это очень просто взламывать. О. Да ну блин, исчезает, неудобно, неудобно. Вот, да. Ну что за? Я пробую перезапустить. Ну короче, у нас может быть баг, но мы можем писать дальше. Вот, когда вот мы написали. Вот так вот мы написали. Можем спокойно закрыть. И нам надо вот тут, наверное, у нас откроется вот это на менюшке на рабочем столе. И можем так продолжать. Взлом. Вот когда мы вот это вот написали, мы уже можем там смотреть по камерам, как они переключаются. Я не знаю, какие-то технологии мы немного, наверное, было обновление сейчас. Удаленное подключение, боже. Давай попробуем взломать IP сервера. Дайте еще. В доступе отказано, в смысле? Ну давай просто вот такого. Так что это же цель? Ломчик паролей. Цель паролей данных. Тобе из... Ой, как теперь.
Текс, пароль. О, пароль нам дало. Проникнуть. Текс. Ладно, давайте пока что не будем. Давайте камера видеонаблюдения. О, мы уже камеру видеонаблюдения взломали. Вот как видите. Объявление. Так, почему-то вот так. Ой. Это мы можем не трогать, это нам не надо. Удаленное подключение. Давайте дальше продолжим. Это очень просто. Главное, вы также перепишите, чтобы у вас все сработало. Как же я быстро. Но пока что у нас вот так получилось. Давайте программа майнинга. Давайте помайним. Чего бы и нет. Взломчик пароль. Что-то еще тут поделаем. Слепую даже можно, но это неудобно. Текс. Продолжаем думать. Как-то. Это очень просто. Текс, давайте пока что это не будем, пока что мы тут давайте подзламываем. А что тут? Непонятная штука. Так, короче, мы немного подиспортили наш рабочий стол, ну ладно. Короче, у нас он заменился. Я не знаю, что это за технологии, почему у меня такие камеры. Наверное, просто необычные. Ой. Что происходит там? Жесть. Яма, что за фильм?
Ой, кифтеме. Кифтеме жесткий. Дальше пошли взломать. Так, давайте еще что-то поделаем. Я не знаю, что тут YouTube делает. Это странно. А, давайте еще делают. Хотя, мне тут не очень удобно будет. Не, нормально. Так, все, потом закрываем. Дальше немного тут продолжим. Главное, повторяйте за мной. Точь-точь. Мне не сложно. Карко. Вот все, мы написали все, мы взломали Пентагон. Если вам это видео было полезно, хотя не, мы еще не взломали, надо пароль подобрать. Можно вот тут вот еще поделать. Таблица пользователя, роль администратора, цель, вот айпишник, пароль взломать, можно проникнуть. Это мы можем свернуть. Можно тут даже майнить. 14 биткоинов мы уже заработали. Да, мы можем с этого еще майнить. Ну, у нас добавится программа. Вот. Точнее, она, может быть, еще сначала появилась. Но она была не работала. Это надо было это сделать. Давайте еще немного подкорректируем. Вот все, мы взломали Пентагон. Это было очень просто. Если было видео понравилось, то ставьте лайк. У нас Пентагон до сих пор под майнинг. Это кайф. Можем потом закрыть все равно, но уже на числе. И оно все равно сохранится. Мы можем вот так уже. Вот. У нас уже такое уже 28 стало биткоинов вообще. Почему-то вот до сих пор сидят. Эй.